Всем привет! Сегодняшнее утро мы начинаем с установки электропорогов АТС на этот BMW X7. Машина не новая, но годовала. Вот. Ну и такое тоже бывает. Человек поездил и захотел пороги, понял, что ему неудобно остановиться. Вот. Процесс работы у нас уже идет. Мы уже неоднократно вам рассказывали, показывали, как это все устанавливается. И в этот раз тоже покажем. Сейчас мы установили статические кронштейны, к которым будут крепиться уже электро- и силовые. Спереди у нас стоит кронштейн с двигателем. В задней части автомобиля у нас стоит кронштейн ведомый. Вот как раз в данный момент мы устанавливаем кронштейн с двигателем. Это уже у нас полностью рестайлинговые пороги. Мы их переделали абсолютно полностью. Мы переделали все от статической части до электрической части. Наши пороги АТС сейчас управляются с приложения. То есть вы можете полностью управлять порогами через телефон. А как это происходит, мы вам покажем обязательно в конце видео. Сейчас мы все установим, подключим все к автомобилю и покажем, как они управляются. Работа с этим X7 у нас продолжается. Всю статическую электрическую часть мы установили, подключили электрику. Нам осталось поставить только нижнюю защиту. Давайте немного поговорим о кронштейнах, о наших рестайлингах. Как я уже не один раз рассказывал в наших видео, что у нас здесь стоят смазочные капсулы. То есть это не просто заглушки, которые прячут шрифты, а там сохраняется смазка. С этой стороны у нас пластиковые заглушки на резьбе, они вкручиваются. Почему мы их делаем пластиковыми? Для того, чтобы они не закисли и в любой момент, неважно при каких условиях, вы их всегда могли открутить. Вот. С обратной стороны, вот здесь у нас стоит резиновая втулка. Это для того, чтобы смазка не выходила в обратную сторону. Вот. Этим самым мы защищаем кронштейн от пыли, от грязи. И чем дольше сохраняется там смазка, то тем лучше работают кронштейны. Также мы устанавливаем специальный брызговик, когда панель закрыта. Вернее, кронштейн, извиняюсь. Кронштейн, когда закрыт, вот эта часть, вот эта вся часть у нас защищена тоже от пыли и от грязи. Вот. Также в наших новых порогах мы делаем поддомкратники. Это передний поддомкратник. И если мы подойдем сюда, вот здесь у нас установлен задний поддомкратник. Это постоянный был вопрос, как поднимать машину на подъемнике либо на домкрате. Раньше мы всегда пороги поднимали под кронштейн. Кронштейны тоже выдерживают, кронштейны мощные, без всяких проблем можно домкратить под них, но, скажем так, в 90% случаев люди делать этого боялись. Вот. Ну, как бы это можно понять, потому что при механическом повреждении порог не меняется по гарантии. Вот. Для этого мы модернизировали наши пороги и сделали уже поддомкратники. Давайте я вам покажу. Мне мастер как раз принес штифт, который вставляется вот сюда. Вот, вот здесь стоит заглушка, и с обратной стороны вот здесь стоит вот такая резиновая втулка. То есть здесь у нас на втулке сделан паз, в который вкладывается резинка. Она служит как сальник для того, чтобы смазка не выходила из смазочной капсулы без кронштейна. Все, продолжаем дальше. Сейчас установим нижнюю защиту, и автомобиль будет готов. Также мы за полную эстетику еще чуть-чуть добавлю. Вот видите, в наших порогах АТС
каждый винт закрывается специальным колпачком для того, чтобы все болты, скажем так, сохраняли свой прежний вид, чтобы их как только хотите сделать там, или снять пороги, или сделать техническое обслуживание. Ну и для эстетики это очень красиво, никаких металлических частей не торчит. Вот мы ставим вот такие заглушечки. Они идут тоже в комплекте. Все, продолжаем работу. Начали мы работу с этим BMW X7, установили подножки АТС. Все работает прекрасно, смотрится тоже все шикарно. Мы стараемся доработать наши пороги до мелочей. В самом начале я вам рассказывал, какие обновления мы сюда внесли. Брызговики, поддомкратники, новые кронштейны, ячейки под подсветку. Давайте теперь я вам расскажу, как пороги управляются с приложения. Вот мы открываем приложение. В приложении у нас указывается VIN-номер каждого блока. То есть это, ну, это нужно и для внутренних частей, и для гарантийных. Поэтому про это я объяснять вам не буду. Это фирменное приложение АТС. Здесь вы можете пороги отключить. То есть если мы отключили пороги, пиктограмма показывает, что пороги закрыты. И при открытии двери порог выходить не будет. Также мы их разблокируем, и пороги начинают работать в прежнем режиме, как только пиктограмма показала, что порог открыт. LED кнопка, что она у нас означает? Это если у вас стоят пороги с подсветкой, то здесь вы можете выбирать любой цвет, силу свечения, все что угодно, что связано с подсветкой, выбираем в этом пункте. И очень удобная функция, в Range Rover она называется «Доступ к люку крыши». Вот. Назовем ее также «Доступ к люку крыши». Если мы нажимаем эту кнопку, то оба порога выходят, и водительский, и пассажирский. Ну, эта функция на самом деле очень удобна на мойке. Когда вы приехали на мойку, вы включили, пороги вышли, мойщик вам помыл и обратно закрыли пороги. Вот. Ну и для того, чтобы при закрытых дверях, если вы хотите, если у вас стоит, допустим, бокс на крыше, чтобы к нему добраться, вы просто открыли пороги, через приложение добрались до бокса, посмотрели, либо протерли крышу. Ну, с любыми ситуациями можно пороги открыть, не открывая дверь. Все, этот автомобиль мы закончили, отдаем его владельцу. Также мы дарим в подарок свой фирменный зонт АТС, большой двухкумпольный зонт. Приезжайте к нам, будем очень рады вас видеть и на ваш автомобиль установить пороги. Подписывайтесь на нас, смотрите наши видео. Всем всего доброго.